дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Хочу всех поблагодарить, всем сказать спасибо, кто меня за этот год поддержал, подписался, кто смотрит мои видео, кому нравится. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы в следующем году все желания сбылись. Самое главное – здоровье. Самое главное – здоровье. Ну что, как и обещал, вторая часть. Вам приятного просмотра. Кто за столом, приятного аппетита. В дальнейшем, в следующем году, новые проекты будут. Так что подписывайтесь, ребят. Всем здоровья, всех благ. Ну, и приятного просмотра. Наливайте кружечку чая, берите вкусный пирожок. И поехали. Всех с новым 2023 годом. Всем здоровья. Как говорится, как и обещал, вторая часть. Все едем на елку. Т-150 у нас уже дама. Ну что, наливайте кружечку чая, приятного просмотра. И мы поехали. Тоже проехал, хороший тракторист. Ай. Только хотел сказать, чуть елочку не задел. Ну, практически рядышком проехал. Практически. Ладно, ты не сгоришь.
Все, ребят. Это тоже на месте. Поехали за Кировцем. Друзья, Итак, друзья, поставьте на паузу, напишите комментарий, перевернется, упадет.
Это опасно было. Ну что, ребят, все приехали. Сейчас заглохнет. Ну что, давайте, ребят, на счет три. Ёлочка, гори. Что-то я вас не слышу. Ну что, ребят, где вы видели, что игрушечная елка горела? Все для вас. Надеюсь, лайки заслужит. Паял, делал, как говорится, радовал для вас. Всем здоровья. В следующем году побольше. Как говорится, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну, до следующего года. Вот такое видео было. Все на месте. Даже собачка у нас. Трактовист на месте. Елочка у нас тоже на месте. Сидит на елочку, смотрит, развернулась. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Вот такие пальцы за елочку. Где вы такую елочку еще увидели? В масштабе 1:10. Все, ребята, всем до новых встреч, а мы пошли Новый год справлять. Всем здоровья, не забываем подписаться, написать комментарий, поставить лайк. Надеюсь, серия понравилась.